Здравствуйте, меня зовут Тимирбаева Аделина, мне 10 лет. Я хожу в художественную школу. Люблю танцевать. Снимать видео на свой планшет. Помогаю маме нянчиться со своей сестренкой. Умею хорошо готовить. Заниматься теннисом. Учиться чему-то новому. Увидеть весь мир. Я живу в Нагаево. С мамой, с папой, с бабулей. И с братиком Сашей. У меня самая лучшая семья. У меня есть домашнее животное. Мечтаю стать знаменитым киноактером или ведущим. Дизайнером. Очень хочу стать президентом. Супергонщиком. Реалити-проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чад на абсолютно новый уровень — уровень высоты и таланта стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом M-Television, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определят зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала M-Television. Генеральный партнер программы «Баштел». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашани Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «ЕС». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпенхоф». Уфимский аквапарк, детский центр интенсивного развития «Точка роста», семейный ресторан «Вкусландия». Алекс, скажи, пожалуйста, какой у тебя рост? Примерно 162. 162? Ну да. Ничего себе, ну это, наверное, на каблуках, на 12 сантиметров, да? Нет. Нет? Это мой натуральный рост. Это твой натуральный рост? Откуда у тебя такой рост? Ну я же хожу в точку роста. В точку роста? Да. Дорогие наши дети, быстрее все к экранам, потому что в точке роста можно не только стать высоким и красивым, но и всесторонне развиваться вместе с нами, со звездочками экрана. Сейчас я вам раздам картинки, фишки. Мы давайте вот так положим каждому понемножечку. Мы сейчас прослушаем все звуки на этой картинке, перейдем к другой картинке. Слушайте внимательно и находим на каждой картиночке. Помогаем, если вдруг кто не услышал, не понял звук. Ставим туда фишечку потом, хорошо? Посмотрите, мама венчиком взбивает. Что, омлет может быть или тесто? Вот, мы ставим сюда фишечку. Вы не слышали такой звук дома? По очереди все картинки прослушаем, а потом в разнобой будут звуки. И вы должны сейчас внимательно слушать каждый звук, чтобы запоминать, что это. Кто это? Кот мурчит, верно, все, молодцы. Это сначала был звук бензопила, а потом... Топор, да. Барабанчик. Барабанчик. У кого? Нашли? Есть. Нет, это не часы были. Это вот, правильно, на той картинке, только посмотрите, там где-то церковь есть. Ну-ка найдите. Вот, горошинка, молодец, помогла нам. Правильно, тир. Мы играли в лото, а здесь мы проходили про Африку. И сейчас рисуем все, что хотим. Нам включали всякие звуки, и у кого на картинке этот звук нарисован, туда мы ставим фишку. Мне все понравилось, я хочу прийти еще раз сюда. Привет, меня зовут Илана, мне 7 лет. Я учусь в 3-й гимназии. Больше всего я люблю заниматься теннисом и также рисованием. Когда я вырасту, я, наверное, стану художником или даже массажистом. У меня большой дом, я живу с мамой, Сережей и с бабулей. Еще у нас есть 3 кошки.
и одна собачка. Я предлагаю вам сегодня отправиться в Африку. Кто хочет в Африку поехать? Африка далеко находится или близко? Кто знает, Диана? На поезде туда можно доехать? Нет. Можно? Я думаю, что нет. На чем мы туда поедем? На самолете. Идемте скорее, встаем в кружочек. Самолеты полетели. Летим по кругу. Скорее, 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 скорее. И... Ой, ой, ой. Идемте, летим, 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 летим. Залетаем на полянку. Тихо сели? Тихо сели. Так, заправились. Снова полетели, полетели. Гудим, гудим. Как гудят самолеты? Молодцы, садимся снова на полянку. Замечательно. Вот этот материк называется Африка. Африка. А примерно вот так кто-нибудь знает, где Россия вообще находится? Да. Где? Ну-ка. Так вот примерно хотя бы. На каком материке России? Молодцы, правильно. Все, кто попадают в пространство сети «Точка роста», все сразу начинают расти и развиваться. Потому что наше образовательное пространство очень креативное. Методический девиз наших педагогов – «Развиваем креатив». Так и есть на самом деле. Это целый пакет программ, которые предоставляет наша франчайзинговая сеть. Эти программы – это такая авторская сборка целого такого методического коллектива, руководителем которого я являюсь в «Точке роста». Наши педагоги точно знают, как развить самое нужное для этих детей в этом возрасте. Это стремление к познанию и творчеству. Здесь у меня волшебный мешочек. В этом мешочке, сейчас я покажу, что лежит. Вот такие вот карточки. Если мы увидим, да, мы сразу поймем, что это попугайчик, да? Но мы смотреть не будем. Мы будем на ощупь из мешочка доставать. Нет, мы будем на ощупь доставать и потом уже находить. Вот. Кого? Называй название. Крокодила. Правильно? Да. Правильно. Кто там у нас будет, у Софии? Ну, любую, бери карточку и называй. Как ты думаешь, кто это? Осьминог, совершенно верно, молодец. Так, а можно и такую сделать фигурку. И даже вот, смотрите, друг на друга их поставить. О, молодец! Замечательно! Цирковая фигура получилась! Молодцы! Так. Алекс, поделись с нашими телезрителями, что ты готовила на эти выходные для своей семьи. Я готовила торт тирамису. А нет, я готовила котлеты. О, котлеты с макаронами? Нет, с рисом. Хинь-пан-чинь-ху. Артур, что с вами? Хинь-ха! Я люблю рис! Я не могу жить без риса! Я хочу к тебе есть котлеты с рисом! С кем я работаю? Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Как у вас дела сегодня? Супер! Отлично, супер! Хочешь изготовить салат? 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 Да, конечно. Сегодня буду сготовить салат. Гауда с сыром, ветчина, свежие овощи, гренки и сметана. Ручка чистая, да? Чистая, хорошо. Давайте. Что можно сготовить сегодня? Давай самое интересное, да? Давайте первое. Огурцы. Возьму огурцы, пожалуйста. Пятиконка тебе тоже отсюда. Делишь рольчик, да? Сколько ты хочешь? И потом поставить тарелки так. Да? Тебе тоже. Два. Вот у тебя есть. А так можно, да. Да. Дальше. Возможно. Влад. У нашего преподавателя. Да. Как красиво. Кто так? Отлично. Будь поставить. Ой, давайте. Готово. Все. Удно. Хорошо. Дальше можно редиска поставить. Так. 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 Ох, я понял, что вы делаете. Так. 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 Это щеки. Щеки, да. Да. Можешь ли ты нам напомнить, какие сегодня ингредиенты входили в салат? Огурец, помидор. Так, сыр, колбаса,
Перец. Так. Редиска. И... Самый главный ингредиент, которым смазывался наш салатик. Сметана. Сметана. Ну, конечно, какой же салат без сметаны? Я Эвелина Семеновна. Мне 10 лет. У меня очень большая дружная семья. Я из школы номер 38, учусь в 4 А-классе. Я очень люблю лепить из полимерной глины, рисовать куклам наряды, ездить на роликах и велосипеде. У меня есть заветная мечта. Сниматься на телевидении и увидеть весь мир. Я еще не определилась, кем я буду в будущем. Может, буду архитектором, может быть, буду дизайнером, а может, буду вести какую-нибудь детскую программу. Но я уверена, что проект «Звездочки экрана» станет началом моей мечты. Да, сможешь, можно. Чуть-чуть салаты. Салат айсберг. Тебе тоже можно, да? Поставить сюда. Как листья, да? Да. Как красиво, да? А? Сыр, возможно. Ты любишь сыр? Да. Да. Очень. Очень любишь. Очень. Пожалуйста. Это волос. Это волос буду? Да. Пожалуйста. Каждый потом смог даже дома приготовить для своей мамы и для своего папы. Тарелку? Попозже. Ешь, конечно. Можно такой. Хочешь такой? Это помидоры, да. Это перец. Перец. Пожалуйста, перец. Так, а теперь что кладем? Что добавляем? Давай перец можно, да. Сегодня сготовили овощной салат с сыром и ветчиной. Да. Немножко сметана. Не майонез. Майонез очень-очень... Нехорошо на ребенке, очень жирно, там жирно много. Это почему сегодня позу, сметана, молочный продукт. И молоко, да? Да. Это тоже хорошо, да? Понравилось сегодня салат? Да. Вкусно был? Да. Сейчас сухарики. Очень. И сухарики обязательно. Хорошо. Ура! Кушать? Да. Пожалуйста, ребят. Руки. Берем вилочки, ребята. Как культурные, воспитанные детишки, берем все вилочки. Все есть вилки? Так, пожалуйста, Илана, а я вилка, 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 вилка. Еще? Сейчас еще одну вилочку. Мы берем вилочки даже для кого? Для бабули, друзья мои. Потому что на нашу кухню приходят отведать наши кулинарные шедевры. И, конечно же, родители звездочек экрана. Вкусно, да? А? Конечно. Покажи, мама. Как ты думаешь, ты дома сможешь маме приготовить такой салат? Да. А как всегда, папа съест, да? Папа и мама. А, папа и мама? Папа не один все съедает? Нет. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручки. Мороз своего дозором обходит владения свои. Наша веткая лачушка, и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумокла у окна? Генеральный партнер программы «Баштел». Вокальная школа при театре-студии «Айдар». Центр танцевального искусства «Е-Дэнс». Студия рисования песком «Солнечный дом». Художник Руашани Батридинова. Модельное агентство «Премьера». Образовательный центр «ЕС». Психолог Ольга Аверина. Бутик детской одежды «Божья коровка». Ресторанный комплекс «Альпенхоф». Уфимский аквапарк. Детский центр интенсивного развития «Точка роста». Семейный ресторан «Вкусландия».